Всем привет, с вами Прием. Сегодня среда, и пришло время испытать удачу на дроп с недельных сундуков. Также три сундука, ну а к тому же еще две покупки азеритовых вещиц. Начнем же. Начну с воина, надеюсь, на какой-нибудь прок хороший. Самое главное, чтобы это были не перчатки. Понял. Не, ну, нормальный, хороший дроп, чё, полезно. Ну, быть может, на ДК повезет. ДКшки, конечно, я не играю, но все же. Да и к тому же item level его на 15 меньше, чем у воина, поэтому любая шмотка в теории должна апать. Тринкет 40-й. Прекрасно, прекрасно. Модификаторы текущей недели кишащий, вулканический, тиранический. Очень легкие, то есть кишащие это дополнительные мопцы в паках, вулканические это вулканчики, спавнящиеся под ногами, ну а тиранические это усиленные боссы по хп чуть-чуть и по атаке. То есть самая наилегчайшая неделя для фарма шмота, для фарма ключиков. Прекрасно. Но делать этого, конечно же, я не буду. Типа, зачем ради проков варом бегать по ключам? Отдыхаем в этой игре, просто занимаемся питомцами, да и все. Делаем ачивки, между прочим. Давно пора было их сделать все. Запястье. Прекрасно. Кстати, накопилось 15 сущностей. Нужно будет переделать в эссенцию. И изучить ее на абсолютно всех персонажах. Ну что? Монах полезный лут. ДК очень полезный лут. А получается... Вар бесполезный. То есть я захотел лутануть не перчатки. Я лутанул перчатки. В принципе, прекрасно. А что там по пыли? Ну да, получается, на монахи и на ДК я могу купить азериточку. На монахи я хочу себе купить... Что я хочу себе купить? Вопрос весьма хороший. Пускай это будет нагрудник. Я думаю, с нагрудником мне сейчас должно прокнуть весьма нормально. О, так он такой же. Я могу прокачать абсолютно те же самые трейты и вообще не думать ни о чем. Пошатывающие атаки, далее неустойчивый катализатор, далее пламя и щиток. Так, ну а на ДК, скорее всего, тоже нагрудник. Да, да, нагрудничок. Поехали. Ну нет, он другой и такой же. Что по талантам тут интересно имеется? Ну, тут точно рунический клинок. Это 100%. Типа, прирост хосты, почему бы и нет. Костяшки. Нет, костяшки ни к чему. По-моему, у меня и так их много на других вещах. Ну, окей, типа, одни есть на плечах, вторые ни к чему. Кровавый ритуал. Еще хосты берем. Далее, скорее всего... Ну, тут ничего нет на статы, тут только на дэмэдж. Зов. Ну и тут марш проклятых для спринта, самого обычного. Хорошая азеритка. Прекрасные статы, прекрасные таланты. Пользу из нее, конечно, можно извлечь весьма хорошую. Итем левел общий растет у персонажей. Твинков, на удивление. Ну, ладно. Как говорится, всякие недели бывают. Грустно, конечно, конкретно в третью неделю что-то варом лутать ненужное, но... Что тут поделать? Ничего не поделаешь. Всех вам благ, счастья, здоровья, хорошего лута на мейнов, самое главное. Берегите ноги, не забывайте о других видосиках на YouTube-канале. До скорого.